Santa Lucia, Santa Тон Тон Тран Тран. Так, что? О, по телевизору новый фильм идет. Вот бы мне в фильме сняться. Ладно, уже вечер, надо кушать и ложиться спать. На улице уже темно. Все, точно надо ложиться спать. Так, для начала надо снять все украшения. Как видно, их у меня много. А теперь мне надо для начала переодеться. Ну, а теперь точно по-домашнему. Как-то темно. Надо включить свет. Свет, включайся. О, вот теперь уже намного лучше. Уже лето, все идут на море, а я нет. Это надо исправить. Лето на море. Поиск. Нереально низкие цены, Дубай, путевка. Это то, что мне надо. Телефон звонит. Привет. Привет. О, Люся, это ты? Ну да. Я тут хотел тебе сказать, не хочешь ли ты поехать в Турцию со мной? Хочу, конечно, но я уже забронировала билеты. А, понятно. Тогда я тебе хочу рассказать одну историю. В общем, да, я тебе какого-нибудь кота. А тот как зашипит, зашипит. Я оборачиваюсь, а там жук. А жук смотрит назад. Я решила посмотреть, почему жук смотрит назад. А жук смотрит на мошку. А мошка смотрит на муху. А муха смотрит на мошку, которая еще раз смотрит на муху, которая смотрит на мошку. А вот тебе еще одна история. В общем, иду я собирать грибы. А мне попался красный гриб. Ой, прости, забыла, как его называют. Ну, камур, да. Я его нечаянно съела. И потом у меня заболел жук. Но живот болел не так много. Как-то вот так. Ну ладно, давай пока, а то мы с тобой уже 2 часа говорим. Так, ну все, на сегодня я уже достаточно всего сделала, билеты заказала, а теперь можно и спать. Спокойной ночи, друзья.